Много лет Любовь Александровна занималась в хоре русской песни Дворца культуры ЧТЗ. Была ее солисткой. Любовь Александровна, вам слово. Спасибо. Добрый день, дорогие зрители, уважаемый Игорь Алексеевич, мой любимый хор ЧТЗ. Кажется, совсем недавно я сидела среди вас, когда отмечали 65 лет хора. Это прекрасно, все помню, как вчера было. А сегодня замечательный такой тоже юбилей. Примите, пожалуйста, самые искренние добрые пожелания. Здоровья, творческих успехов, активной концертной деятельности и много хороших, добрых песен. Я хочу признаться, что мечтала попасть в хор ЧТЗ еще с самого детства. Я вспоминаю, я была школьницей, и мы приехали с Новосинеглазова на концерт хора ЧТЗ. Помню, что он произвел на меня такое большое впечатление, и у меня пришла мысль, как бы мне вот попасть в этот хор. И буквально спустя 25 лет судьба меня прям сама привела сюда. Получилось, что я приехала после длительного отсутствия в Челябинск, вернулась. Нашла работу в Тракторозаводском районе, каждый день проезжала мимо театра ЧТЗ, и в один прекрасный день я увидела объявление: приглашает хор ЧТЗ. Я тут же буквально пошла в него, записалась в хор ЧТЗ. И с тех пор, ну, я так посчитала, 7 лет я пробыла в хоре ЧТЗ. Это, конечно, самые яркие моменты моей творческой жизни. Прекрасный коллектив, люди были очень творческие, как и сейчас, с хорошими голосами. Репертуар, я бы сказала, был, конечно, непростой, вот сейчас слушаю, вспоминаю, как все это мы учили. Каждое занятие было для меня как праздник. И самое главное, что руководитель был сам профессор Академии культуры и искусств, наш Игорь Алексеевич Игнатьев. Я очень благодарна за те знания, опыт, которые я приобрела в хоре. Это мне, конечно, пригодилось в дальнейшем моем творчестве. Поэтесса из Новосибирска, поэт песни Ирина Скибина, написала стихотворение к 75-летию хора ЧТЗ. Оформила в рамочку и подарю своему хору в архив. Любите ее.